Коллектив администрации Северского сельского поселения посетил районный краеведческий музей. Поводом для посещения музея стала организована здесь же фотовыставка их коллеги Олеси Воронкиной. Каждый раз берем с собой фотоаппарат, потому что мало ли где и что мы можем заснять. Потому что любим и за грибами ходить, и просто там с собаками гулять, просто ходить в природу смотреть. Подобная выставка начинающего автора проходит впервые. Все 15 снимков Олеси на тему «Тропами Собера» отражают индивидуальное видение красоты окружающего мира родного края. Тема ее фотографии – это природа, природа Собера. Действительно, мы живем в красивом месте. У нас и горы, и поля, и реки. Вот. И Олеся, у нее есть определенный талант замечать красоту нашего окружающего мира. Все мы посетили, оценили по достоинству ее картины, даже можно сказать и картины действительно, потому что фотокартина, ее работа сейчас одна из них, вот это гриб, как сказала Олеся, сейчас на фотоконкурсе в Москве. Будем надеяться, что она победит. Встретились посетители краеведческого музея и с коллекционером военных машинок Юрием Фомичевым. Он представил выставку боевой техники в уменьшенном варианте. Обратили внимание сотрудники администрации и на предметы старины, представленные в залах музея. Много интересного гости услышали о подробностях из жизни диких животных Северского района. Особое внимание приковали экспозиции, посвященные году памяти и славы. Приняли участие посетители музея и в акции «Звезда героя». Мы придумали эту акцию специально для детей, чтобы они поняли, какое огромнейшее количество, какую потерю мы понесли. В ближайшее время в Северском краеведческом музее пройдут познавательные лекции для односельчан, гостей района, воспитанников детских садов и учащихся школ.